Всем привет, я Юлия Андреева. Давайте узнаем, какая погода ждет нас в понедельник, 3 февраля. Новая рабочая неделя и новая разнообразная погода. В понедельник на территории Кировской области будет пасмурно, снежно и не только. В Кирсе минус 3, а вот в Фиранске и Котельниче уже до плюс 2. И, соответственно, где плюс 2, там дождь. В Кирове днем в понедельник будет пасмурно, снег, температура воздуха днем минус 2, минус 1, ночью ожидается 0, минус 1. Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба, достаточно низкое. Ветер подует преимущественно юго-восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха 88%, магнитное поле спокойное. Еще 4 минуты прибавит световой день в понедельник и продлится 8 часов 20 минут. Луна начала расти. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на понедельник, 3 февраля. Счастливо!